Всем привет, с вами Кирито Киригая. Начинаем проходить игру под названием VPC Dead Rising Chup Till You Drop от моего репака. Итак, запускаем. Тут есть два сразу ярлыка, 64 бит и 32 бит. Я играю 32 бит, так будет проще. Нажимаем на старт и запускаем. Запустили сам геймплей. Игра идет очень хорошо. Да, все загружено уже. Это игра до плюс 18 лет, короче, да, господа. Нам чихать на возраст. Выберем нормал. Смотрим ролик. Играем за репортера Фрэнка. Say, buddy. Эй, посмотри. You mentioned something about research for a story. That's right. На первую полосу пойдет. Интересно, что тут случилось. Like that? Я не знаю, городок маленький. Пересмотрел телевизор? Yeah, well, I'm freelance, я никогда не смотрю телевизор. Некогда смотреть телевизор, когда работаешь репортером. Ха-ха-ха. Here she is. Эй, смотри, здесь. Видишь, мы в Колорадо. Население 53 594 человека. Как видишь, город так себе. Очень круто, да? Ну, не будем, а главное, как что много шоппинг-моллов и тому подобную вещь. Шоппинг-моллы — это магазины. Черт, что тут делает армия? Я без понятия, что тут делает армия, но, скорее всего, посади вертолет где-то неподалеку. Я хочу увидеть это все поближе. Alright, listen. Хорошо, послушай. Ты можешь меня тут высадить? На этой улице. Шикарная игрушка, да. Геймплей приятный. Высади меня вот тут, рядом с магазинчиком. Ты издеваешься надо мной? Черт, ты серьезно? Ладно. Приготовься. Послушай внимательно. Не торопись. Хорошо, Фред. Я Фрэнк. Фрэнк Уэст. Запомни мое имя. Через три дня я стану главным репортером страны. Хорошо? Понятно. Проклятие, я потерял чемодан. Да насрать на чемодан, чувак. У нас тут черт знает что, я тебя высаживаю здесь. Давай живее, пока военные смотрят. Офигеть! Сентябрь, 19-26 год, 12 часов утра. Hello there. Зашибись, поездочка. Как тебе, а? You're the reporter, aren't you? Ты репортер, yeah. Да? No. Да. А you что? Came alone. Ну, подойди сюда. Yeah, I'm freelance. Да, с удовольствием. You know, но сначала ты alone, представься. No crew,
Нет ли тут ничего интересного, то, что мне надо увидеть? Или посмотреть когда-нибудь? Ты видел вертолеты, да? Ты понимаешь, что небеса уже небезопасны? Well, чувак, ну и теперь? If it were just a riot, что ты заливаешь? Я видел военных, но что тут может быть небезопасная эра? Да ладно, эта информация не подтверждена. Это же экстрим, понимаешь? Как говорится, каждый из нас владеет своим экстримом. Ну так что? Цивилизация еще не вымерла? Где тут туалет? Или выход? Ты не понимаешь, куда попал, да? Ты попал к мертвым. Да. Что-то такое мне уясняется. Но я не понимаю, о чем ты. Хорошо. Я вижу, ты умный человек. Я думаю, ты сможешь справиться с этим. Запомни. Твой друг, мой друг. Понял? Шикарная игрушка. Так, загрузка. И ты будешь ходить или как? Почему ты не двигаешься? Кнопки что ли слетели? Да. Наконец-то кнопки заработали, дамы и господа. Просто забыл включить VMO. Ну ладно, следственно. Так, как войти? Надо вспоминать. Ясно. Shift и левая кнопка мыши. Нажимаете Shift и левая кнопка мыши и заходите в участок, куда вам надо. Да я уже понял. Shift. Кнопка, как видите, все работает. Так, смотрим видеоролик. Что здесь происходит с этим миром? Так, посмотрели короткий видеоролик. Shift и левая кнопка мыши. Собираем. Наш инвентарек. Инвентарек на Е, вот у нас пистолет есть, патрончики. Уровень какой? Friendquest. Репортером играем, дамы и господа. Игрушка идет просто обалденно. Даже не думал, что так будет идти хорошо. И точнее, я думал.
Так. Теперь нам надо вроде пролезать куда-то. Куда это вообще? Просто нажимаете Shift и левую кнопку мыши. Стрелять задерживать, по-моему, правую кнопку мыши. Бегает он всегда тут так. Нагружается карта. Так, смотрим видеоролик. Обычный утренний магазинчик. Шоппинг. Эй, что здесь происходит? Смотри внимательно, куда идешь. Видели моего мальчика? Вы видели, видели моего мальчика, моего маленького собачку? Мадонна, где ты? Игра идет отлично. Если не на полный экран. Да, смотрим видеоролик. Эй, ты! Хватит меня сфотографировать! Убери свою камеру! Ты что, хочешь в тюрьму, а? Ты что делаешь? Ты почему? Какие у тебя планы? Да никакие, старик, расслабься, репортер! Давай поговорим об этом. Что это? Черт, Мадонна, Мадонна, где ты? Что вы делаете? Опасно! Отойди прочь, прочь, я должна спасти свою деточку! Свети! Мадонна! 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 Иди наверх, что ты делаешь? Run! Спасай людей, быстрее, move! Бежим, бежим. Быстрее, ты понимаешь меня? Move! Быстрее. А чё быстрее-то? Давайте уроем этих сволочей и всё. Тебе жизнь спасли. Ты
да хватит говорить. Ноу, ноу. Потел весь. А? Where are the others? Где остальные? I don't know. Я не знаю. I hope they got away. Я надеялся, что они выбрались. As long as those things are in the mall. Лучше смотри внимательно. Мы закрываем магазин. Дверь надо запечатать. What are you doing? Прости, что ты делаешь? The air ducts. Я просто проверяю. And apparently those things aren't smart enough to use the ducts. Есть ли тут еще такие ходячие или нет? На всякий случай, на всякий фактор. Подожди минуту. Ты проверяешь в данный момент, но зачем? Эй, эй. Nice camera. Классная камера. Ты фотограф? Ты фотографируешь? Да, а что? Это плохой факт? Фрэнк Уэст. Фрэнк Уэст, фотожурналист. Could you show me some pictures, Frank? Ты снимаешь различные снимки, да, Фрэнк? Дай посмотреть. You really seem to know what you're doing. Ты реально этим заинтересован? Who are you guys, anyway? Где вы берете оружие и тому подобное? Что за... I took that one near the entrance. Я так и не понял, что здесь происходит. Объясните мне, нужно оружие брать или как? Nope. Надежда, me, это все, что тебе нужно, чтобы спасти других. Hey, we're not done talking yet. Эй, подожди, мы еще не договорили. Just who are you guys? Какая быстрая девка. Где мне найти оружие? I'm Jesse. Меня зовут Джесси. The man you saw earlier is Brad. У меня был парень, Брэд, тебе ровесник. Я звонила ему недавно. Капец, Фрэнка бросили. Ну не парься, Фрэнк, подумаешь. Бросили. Так, мы получили ствол. Так. Мы отдали свой ствол. Я могу ответить на твой вопрос? Нет, блин, ты можешь мне сварить кофейку, когда я вернусь. Так, ладно, давайте спасать. Одну секунду.
первым делом планируй спасение... Так, спасение людей в магазинах. Это очень важно. Поэтому слушай меня внимательно. Ты должен делать так, чтобы по карте все могли прийти. Возьми карту. Возьми рацию. Так, я больше не за чем тебя учить. Удачи, Фрэнк. Ах, да. Помни еще кое-что. За каждого человека, приведенного сюда, тебе назначают очки опыта. Не забудь посетить секретную комнату для сохранения. Ну, а теперь, Фрэнк. Так. Что делать в обычной жизни? Надо пройти в этот отель. Принимаем задание. Задание вроде как на время там. Свою подопечную спасайте зомбиков. Где твоя жена?
Левее! А, все, понял. Спасибо, что спасли обоих. Так, бонусы получили. Результат, ранг А. Чувак, ты очень классно работаешь. Если будешь спасать в таком же духе, то будешь получать бонусы. Мы получили дробаш, мы получили бабки. Ты реально помог им. Спасибо, за это я тебе даю оружие. Да, я желаю сохраниться. О, наконец-то. Я уже думал, вас не покушают. Фрэнк, вы должны будете остановить зомби в магазине истории игрушек Paradise Plaza. Спасти людей, эвакуировать их сюда. Готовы? Разумеется, я готов. Я всегда готов для спасения людей. Ты здесь. О, секретная комната, так, не считаем. И все хрень собачья. Взяли дубинку. Ладно, черт с ним. Погнали валить этих тварей кровососущих. Ah!
Капустку съели. Еще капустку съели. Пожалуйста, спасибо мне жизнь. Thanks.
Не так уж и сложно, берем вазу, херачим наугад этих сволочей. Живее. Молодцы, девочки. Поехали. Дам, господа, миссия пройдена. Обе возвращены. Четверку дали. Ну ничего, нормально. Получили протеин. Да, я хочу сохранить прогресс игры. Так, это была первая миссия, шопинг. Мы поднялись по уровню. То не нажимайте.
okay. Итак, здесь мы кого спасли, короче, дамы и господа. Пересохранить второй раз. А мало ли что случится за это время. Вот, короче, заходим на эту, нажимаем Shift и левую клавишу мыши. Пересохраняемся. Иногда звук может так пошуметь, но пошуметь перестанет. Да, я хочу пересохранить прогресс. До уровня 2 мы с вами прокачались. Так, для вас сделал игру проходить, точнее, Кирито Киригая. На сегодня это все. Напомню, что это часть первая, называется «Магазин игрушек Плаза». То, что мы прошли. До свидос, до следующих частей.